Вот такую странную, интересную деталь заметил. Вот этот транзистор на драйвере, этот транзистор на без драйвера, на одном транзистор, который запирает. Вот тут 200 Ом резистор, затвор идет. Этот транзистор RF640N, этот P6NK660Z. То есть этот на 600 вольт, этот на 200 вольт, этот 6, кажется, ампер, это 19 ампер. 19,6. Так, теперь включу. Вот качается на одном полупериоде, вот к трансформатору такому подключено. 53B135DH, какой-то такой. Вот второе плечо, вот никуда не подключен провод. На одном плече вот. Вот идет на коллектор, вот провод. Ну это вот коллектор, вот какая силограмма. Вот, вот такой вот выброс. Вот это время транзистор открыт. Вот такой. По сути, резкий такой. О, резкая линия, ровная. Потом выброс идет и какие-то очень длинные затухания. Вот, вот это затухание. И вот вот так лампы горят. Это 60 ватт, 60 ватт и 116 ватт. Скважность, вот, ну видно, где-то... Ну, 45%. Вот потребление. Где-то 25-26 вольт. Вот такое потребление. Качер тут отключен. Только одно плечо качает. Хотя вот тут минус вон на этом транзисторе. Правильнее было бы минус зацепить его вот тут, ближе к этому транзистору. Просто тут сложно зацепить. Попробую зацепить, чтобы было правильнее картина. Снизу попробую зацепить. Или вот тут за минус. Только нужно, чтобы не коротнуло. Вот. На один на стоке, второй на истоке. Вот. Ну, примерно то же самое. Вот это потом затухание, почему-то они как-то странно звенят. Сперва звенят, звенят, и потом резко падают. Вот в это время вот транзистор открывается. Тут он открыт, открыт, потом закрывается, идет выброс, затухание. Теперь на втором транзисторе. На втором предупреждаю сразу, что будут лампы слабее гореть. Я подозреваю, что он на 600 вольт и на 6 ампер меньше ток держит. Но может и не из-за этого, не знаю. Потом может попробую на другом транзисторе. Тоже на таком самом. Но если это так, и за 600 вольт, так видите, как, что значит, он слишком слабый. Если на нем так просадка идет.
Вот подключил. Вот идет. Вот это плюс идет вот в эту среднюю точку. Вот идет на коллег на сток. Второй конец вот пушпула нигде не подключен. И это теперь тоже нигде не подключен. Ну вот теперь будем смотреть на нем осциллограмм. Вот лампы уже как слабо горят. Вот на нем осциллограмма совсем другая. Чем на тот, который с драйвером. Вот идет тут открытие, потом резкий выброс. Такой высоковольтный. Он, видимо, 600 вольт, поэтому может позволить себе такой выброс. Потом какая-то идет опять прямая линия, непонятно откуда она берется. Потом уже какие-то тоже колебания. Потом опять он открывается. Выброс. Ну вот если теперь все это увеличить, вот так, так вот видно, у того была резкая прямая линия, а у этого такая просадка есть. Так это видимо, что сопротивление канала слишком большое, поэтому он ток не может нужное дать, поэтому тут просадка идет. Вот потом резкий импульс высоковольтный. Потом он обратно идет. Как-то это все странно. Ну это так обычно. Раньше я тоже такое наблюдал. Вот такие дела. Вообще-то следовало бы транзисторы поменять местами. Он даже зашкаливает, вверх идет, я на всю же деление тут закрутил тут. Тут вот стоит делитель, тут, то есть тут где-то резистор, где-то 1 мегаом может, и конденсатор где-то 22 пикофарад. И тут и в щупе тоже. Тут вот 1 мегаом написано, но я поставил, кажется, 200 мегаом. Параллельно плюсу и минусу, потому что как-то там что-то уже перегорело или что-то я мерил сопротивление, там нет никакого 1 мегаома, поэтому тут не 10 вольт на клетку, может, не знаю, может 20-50. Он зашкаливает вот этот выброс.